это Николаевич. Добро пожаловать, мой ник с Казахстана, 19-го года. А можете представить себя, свою работу, свою компанию? Mm-hmm. Я работаю в компании научно-производственный центр «Геокен». Это казахстанская сервисная компания, которая оказывает на рынке в Казахстане и не только в Казахстане услуги в области геологии и геофизики. Мы работаем более 20 лет уже нашей компании. Компания имеет большие традиции, несмотря на свой возраст, вроде бы юный, 20 лет, но наша компания является продолжателем аэрогеолого-геофизической экспедиции, которая в советское время выполняла очень большие работы геофизические на территории Республики Казахстан. И по существу мы продолжаем то направление, которым и ранее занимались. Сегодня в компании работает порядка 120 человек. Это в основном молодые местные кадры, инженеры, геофизики. Проводим работы в области гравиразведки, магниторазведки, электроразведки. Выполняем морские работы, выполняем аэрогеофизические работы. Ну, достаточно устойчиво стоим на этом рынке и надеемся, что качество наших работ удовлетворяет наших уважаемых клиентов. И с применением ряда новых технологий, насколько я понимаю, в последнее время, какие изменения были у вас и в практиках своих, и вот в технике, которую вы используете? Ну, компания сегодня использует самые современные технологии и аппаратно-программные решения. Это в основном аппаратура западного производства, но при этом есть и местные разработки, казахстанские, в частности, электроразведочная аппаратура местного производства. Мы применяем из новых технологий, пожалуй, впервые в Казахстане 2 года назад начали проводить аэромагнитные съемки с применением беспилотного летательного аппарата. Это разработка Санкт-Петербурга. Очень неплохой прибор у них получился. И благодаря поддержке компании «Казцинк» мы выполнили целый ряд проектов. Сначала в опытном порядке, сегодня это производственные работы. И очень хорошие результаты получаем. Также в области скважинной электроразведки начали внедрять новую технологию. Это скважинная импульсная электроразведка, разработка компании «Крона». Тоже, в общем-то, благодаря инициативе во многом нашего клиента, нашего заказчика, компании «Казцинк». А можете кратко рассказать о теме вашей выступления сегодня? Ну, в небольшом докладе выделено 10-15 минут. Мы попытаемся рассказать о тех традиционных технологиях, которые применяют в геофизике уже на протяжении многих лет и которые, на наш взгляд, не потеряли актуальности, сегодня могут быть и должны быть востребованы на рынке. И плюс к этому это новые технологии, которые только появляются на рынке и помогают более эффективно решать задачи геологоразведки.